что я хочу заложить в сына, то, что в меня заложил мой отец. Быть мужчиной, уметь терпеть, идти вперед и не сдаваться. Преодолевать себя, не обижать слабых. Быстро принимать решения и брать на себя ответственность. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой будешь держать удар. Чему я хочу научить сына? Всегда и везде оставаться самим собой. Бойцовский клуб «Юсин». Не важно, кем ты был. Важно, кем ты станешь.